Это борьба за жизнь в сложных условиях новой, но по всему видимому, надолго пришедшей в нашу жизнь инфекции. Днем и ночью люди в белых халатах находятся на боевом посту. Они сражаются за жизни наших граждан. Рука помощи в лечении пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, невидимая для многих жителей нашей республики, тянется отовсюду. Политики, спортсмены, предприниматели, общественные организации, диаспоры по всему миру. Просто неравнодушные граждане оказывают помощь в виде лекарственных препаратов для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты. Огромную помощь оказывают и наши соотечественники, проживающие за пределами Южной Осетии. Осетинская диаспора всегда внимательно следит за происходящими событиями в Осетии, тем более в это непростое время, когда весь мир охвачен коронавирусной инфекцией. Конечно же, мы не могли не отреагировать на обращение Анатолия Ильича Бибилова о нехватке в республике жизненно важных препаратов. И вместе с представителями Московской осетинской общины, известными в республике меценатами Леонидом Гаглоевым и Владимиром Тугановым, мы закупили партию из 1000 упаковок крайне важного при лечении коронавирусной инфекции препарата Клексан. На мой взгляд, это самое малое, что мы могли сделать для помощи нашей республике, чтобы пик заболеваемости в Осетии поскорее был пройден и установилась положительная динамика. Шимом эфенде дизаван зарина. Ирестоне джаргу байку ришаве, ама орфа кенам гос ирон адамен. Анен измене номон чунут мауне штербузне бэгосендер. Еще в начале месяца в Южную Осетию доставили медикаменты, приобретенные сочинским предпринимателем. В медучреждения республики переданы лекарства, купленные на личные средства руководителя сочинской осетинской диаспоры Анатолия Маргиева. Партия лекарственных препаратов и переносной аппарат искусственной вентиляции легких были переданы Дзаусской больнице. Кстати, они не первый раз оказывают помощь нашей республике. Кроме того, постоянно поддерживают наших спортсменов. Была получена гуманитарная помощь от соотечественников, которые проживают за пределами Республики Южная Осетия. Это Кудзаев Алан, это Бердиев Вадим Султанович, это Битаров, президент Республики Северная Осетия Алания. Был также получен гуманитарный груз от президента Республики Южная Осетия Бибилова Анатолия Ильича, который был очень кстати. Был прием гуманитарной помощи от посла посольства Республики Южная Осетия в Российской Федерации Гасиева Знаура Николаевича. Был получен гуманитарный груз от Ванеева Ахсара Сарденовича. Помощь в виде медикаментов республике оказала и осетинская община Ставрополя. Цхавребов Инала Тандилович очень хорошо нам помог не только медикаментами, но и также растворами и системами, шприцами. Был также мэром города Владикавказа Икаевым Русланбеком. Была передана большая гуманитарная помощь для станции неотложной медицинской помощи. По словам заместителя министра здравоохранения, это неоценимая помощь в непростое для Южной Осетии время. К тому же препараты для лечения ковидных больных очень дорогие. Медучреждения испытывали дефицит некоторых медикаментов. Помощь была оказана именно в тот момент, когда республика в ней остро нуждалась. В перечне передаваемых партий гуманитарной помощи были те препараты, которые в Южной Осетии оказались остродефицитными. Это дексаметазон, это гепарин, это клексан, это ингибиторы интерлейкинов, это те препараты, которые подавляют так называемый цитокиновый шторм, это артлегия. Очень многим больным вот в нужное время эти препараты оказались очень необходимыми. Все эти передаваемые грузы поступают в ГУП «Югосмедпрепараты». Мы оттуда получаем информацию по предоставляемым партиям гуманитарной помощи. И Министерство здравоохранения ведет четкий контроль и мониторинг за количеством, которое мы получаем. И дальше ГУП «Югосмедпрепараты» отпускает эту гуманитарную помощь в наши подведомственные медицинские организации. Замминистра отметила, что Министерство здравоохранения будет четко контролировать расходование медикаментов и средств индивидуальной защиты.
вот это расходование будет отражаться в итоговых отчетах наших лечебных учреждений, которые и так отчитываются в отделе лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения о расходовании не только тех медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые мы получаем по гуманитарной линии, но и те лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, которые закупаются Министерством здравоохранения. Заместитель министра здравоохранения Агунда Плеева поблагодарила всех, кто оказал помощь медучреждениям страны, а также выразила признательность всем, кто помогает врачам в борьбе с COVID-19. Как за пределами Республики Южная Осетия, так и в нашем городе, мы хотим поблагодарить этих людей, которым не безразлична судьба Южной Осетии в столь непростое время. За предоставленную гуманитарную помощь в качестве медикаментов и средств индивидуальной защиты. Справиться с новой вирусной инфекцией медучреждениям помогают и местные предприниматели, общественные организации и просто неравнодушные граждане. В это непростое время не только для нашей страны, но и всего мира любая помощь бесценна. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня.